А уже... Вот это. Да. А ты будешь на квадроцикле побывать? Жень, правее. Попробуй правее. Валер, вон, видишь, где Вовка идет? Валер, я до середины дошел, я прикалю, он и ставит, где ты будешь там? Серьезно? Ну, блядь, пиздец. Валер, давай, уже очковать поздно. Ты смысл, блядь, Ты что народ весь собрал, блядь? Давай ехать, ты сказал поеду. Потрогай, вот я до середины не дошел, смотри, я не помню. Валерон, на камеру улыбнись. Женя, не доставай, ты пишешь!
Беги, Вова, блядь! Вова, уйди, ты пусти! Жень, давай я подъеду туда на твоем. Ну шмотки. Ну он сам вот здесь, он мог не утонуть вообще. Коту вызов. Ну он сам серьезный коту вызов. Сейчас он там. Валой, тебе в левом вызов бросил. Нет, он Ваня бросил. Ваня? Сейчас хуяк мотор, а там пизда. Жень! Убери колготки в пизду в кармане! Ну ехай, что ты? Ну козла прям ставь и ехай. Что ты? Ну главное воздухозаборник, блядь. Давайте не оправдывайся, там на середине будете, блядь. Ну он заходит, блядь. Конечно, там вообще пиздец. А Женя кто будет? Я на своем опять же проеду, даже вот так не переодеваю. Ну, когда вода спадет. Жень, ты, наверное, иди туда, я туда подъеду. Жень, ты плывилась. Жек, выходи туда, я подъеду туда. Где одеваешься? Нет, давай сюда. Не-не-не, давай здесь. Давай. Не Женя, он утонул бы, блядь. Взрослый не а хуйней занимаются. Давай! Давай! Валер, вы что, съездите? Ну так и надо было. Нет уже ни о чём. Во! Ну а теперь масленица подсобрим. А чистый какой стал? А теперь за Женькой езжай. Что ты его там оставил? И все чисто. Я уже проверял. Ну что там? Валерон, ты сколько выпил? Слышь, охуенно. Сколько он для смелости. Валерон! На обед! Повесь на стену. Спасибо, Серега. Знаешь как, Серега? Герой, ёбаный! Умой, умой ты его. Охуенно. Умыряй этого.